Всем привет, друзья! Сегодня 14 апреля, воскресенье, и 20-й день моего сброса веса. 14 апреля и 20-й день моего сброса. Да. Вот. Только проснулся, короче, и это, умылся. Ну и все, идем на весы смотреть результат. Ну вот, все видели, минус 100 грамм получается. Короче, вешал вчера 91,3, сегодня 91,2, минус 100 грамм. Блин, ну хоть минус, все равно, и то, блин, нормально. Короче, если собираетесь сбрасывать вес, идите тренируйтесь в спортзал. Гораздо больше там уходит веса, нежели в домашних тренировках. Вот. В общем, все, ну а сейчас, короче, поехал я по делам. Вот. Сегодня воскресенье, тренировка будет дома. Ну все, всем до вечера. Вот и все, друзья. Настал вечер. И настало время вечерней тренировки. Будем сжигать калории. Все, поехали. Вот и все. 20-й день моего сброса подошел к концу. Вот. Потренировался, как обычно. 5 километров на дорожке сделал. И 3 раунда на растяжке. Вот. Ну все. Увидимся завтра утром, как обычно, на весах. Все. Всем пока, всем удачи, всем счастливо. Занимайтесь спортом, друзья.